сделать локоны с Флой Петровентри. Покажу вам, как это легко, быстро, весело. Вот она вот такая конусная, риконическая. Погуглите. Берем плойку, включаем розетку, включаем плойку и выбираем градус. В этой плойке градусность от 120 до 200. Но говорят, что безопасно накручивать волосы и вообще делать с ним всякие термические фичи при температуре 170 градусов, поэтому выбираем 170 градусов, ждем, пока плойка разогреется, а потом крутим. Чтобы равномерно и красиво накрутить все волосы, если они у вас длинненькие, как у меня, я буду разделять их на несколько частей, конкретно три, поэтому мне понадобится двое кравиков. Так, я разделяю волосы на три секции. Так, все, плойка разогрелась. Она не мигает. Берем небольшую прядку волос. Берем плойку. И накручиваем. Сейчас будет магия, смотри. Класс! Красиво! Да ты видишь, какой эффект? Ты видишь? Красиво, да? Да. Ой, еще можно сказать, что-то я хотела сказать важное. А! Я могу сказать, что в комплекте стоит... Я сейчас вам покажу. В комплекте с плойкой идут такие недоперчатки, которые нужно надевать на эти два пальчика, когда вы накручиваете, держите кончик локона, чтобы не касаться пальцами плойки, но два стакана виски, и вам уже не страшно обжечь палец. Класс! Красиво! Ладно, давайте меньше баловства, больше экшена. Берем плойку, берем волосинки и накручиваем от основания плойки и до самого края. Главное не накрутить себе пальцы. На плойку. Красиво, да? Ой, мне еще рассказали секрет. Если накручивать волосы, скручивая их в жгутик, а потом накручивать вокруг плойки, то получатся локоны. Классно, что если ты накосячил, то можно от того места, где у тебя не получилось, докрутить обратно, и оно все накрутится красивенько. Вот такие они красивые и держатся, кстати, очень долго. Рава — это единственная плойка, которая держит у меня кудряшки. Еще я кручу без лака, без пенки и без никаких стайлинговых средств.
Когда волосики крутишь возле лица, надо крутить от лица. Без тебя, без тебя. Все. Как там дальше? Все. Если бы она светила синим, это был бы световой меч. Я бы такая... Я хочу световой меч. Job is done. Подождите, надо немножко расчесать. Прочесываем пальцами просто. Вот так за 20 минут, благодаря плойке Равента, мы сделали такую красивую укладку, которая, кстати, будет держаться очень долго. Если вам нравится моя укладка, вы тоже любите локоны, ставьте пальчики вверх, оставляйте ваши комментарии, расскажите про то, как вы крутите волосы. Мне будет очень интересно узнать. Пока!